Реальный срок за невыплату зарплаты работникам грозит директору управляющей компании. 21 сотрудник ООО «Восток-Запад Т», не получив в общей сложности более 750 тысяч рублей. Еще в 2016 году, во второй половине года, начались проблемы с заработной платой. Сначала руководитель выплачивал частично. После того, как финансовое состояние организации ухудшилось, зарплату перестал выплачивать полностью. В итоге в декабре 2016 года сотрудники были уволены в связи с прекращением политической деятельности. Но окончательный расчет так им не был выдан. И до настоящего момента эта задолженность остается невыплаченной. В отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело. Предварительное расследование закончено. Все документы направлены в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.